Вы управляли транспортным средством Дэнекси? Да, да. А зачем вы посадили на капот к себе? Да я не сажал, просто так получилось. Товарищи пьяные были, я отрезал был. Получилось так. Машина Дэнекси принадлежит вам? Нет. А кому? Ну, собственнику. Почему вы в тот день позволили себе проехать на запрещающий красный сигнал светофора? Почему? Не увидел, потому что человек на капоте сидел, не видел. Лобовое, ну серьезно, лобовое закрыл, поэтому не увидел. Скажите, пожалуйста, а почему вы покинули место ДТП? Ну, испугался, первый раз в аварию попал, испугался, вот и покинул.